Всем здорова, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Dead Light. Ну что, давайте продолжим. У нас теперь появился груз, еще один тяжелый. Вот, вместе с нами теперь будет тут колбаситься. Ладно, пошли. Какая твоя любимая бейсбольная команда? Черные носки? Заткнись, тупая задница. Все предатели этой команды мертвы. Ну ладно, она хоть это помогает открывать двери. Правда, что-то. Помогите забраться на стену. Ну я же говорю, ну началось, блин. Я же говорю. Таскать ее теперь за собой. Сейчас, пошли. Пошли, давай. Help me, help me. Я так и буду тебя таскать за собой. Ладно, ладно. Снова заперт, Уэйн. Уверена, что эта дверь открывается с другой стороны. С другой стороны, мне типа... А, блин, там, смотри, там чувак. Рэндалл, солдат идет. Быстрее, Стелла. Мы должны добраться до генератора, пока нас не обнаружили. Нам лучше выключить питание, если мы хотим продолжить идти. Кто-то недавно воспользовался дверью. Пошлите подкрепление, чтобы проверить зону генератора. Так. Я понял. Замут, короче. Пошли. Рогатка. Оружия нет, только рогатка. Окей, я понял. Папка протокола Аркадия содержит план эвакуации с базы солдат. В ней также есть альтернативный план эвакуации с помощью лодки в доке С. Так, вниз. Окей. Генератор. Если я его выключу, начнется ад. Я сделаю это с удовольствием. Да блин, отвали ты. Отвали ты от лестницы, ну. Так, генератор. Все. Свет везде обрубили, короче. Понеслась жара, давай, жрите, твари. Нихера там рвануло, блин. Жесть. Солдаты гонятся за нами, Стелла, мы должны выбираться отсюда. Воу-воу-воу-воу, они здесь. Так. Меня поймали, доставили на базу, должно быть здесь. Они планируют все свои действия. Понятно. Беги. Они уходят. Рэндалл, солдат идет. Там ты задрала, ну. Не волнуйся, я здесь. Че не ползем-то? Руки вверх, нарушитель. Ты труп. Погоди, погоди, я еще патрончиков возьму. Стоп. А, чё, патроны все? Не берет больше? Ну ладно. Лежать, тварь. Сказано лежать. А ты чё села? Стелла, ты чё села? Чё не добиваем? Все, отлично. Еще патроны взяли. Снова заперт, Уэйн. Уверена, что эта дверь открывается с другой стороны. Понятно. Я понял тебя. Так, патроны возьмем. С другой стороны.
Понятно. Та же фишка, что и до этого. Да ладно. Я пока там колбасился, короче. И не успел ничего сделать. Да ладно, все заново, что ли? Ну давай. Да блин. Так. Окей. Пошел. Добивай его. Отлично. Еще патроны. Я понимаю. Я понимаю. Я все понимаю, дорогая. Беги. Патроны. Че, Рэндалл? Рэндалл, найди способ открыть эту дверь. А-а-а, быстрей. Хорошо, Вэйн, давай, вот она. Вот дверь. Она должна что-то там долго не выдержит. Давай. Ползи, ну. Да блин. Там можно уже пролезть, не знаю, двум человеком. Ружье, смотри. Мы, кстати, с ружья еще ни разу не стреляли. Ну-ка, давай попробуем сейчас. Это Стелла. В смысле, куда, куда она делась-то опять? Пошел. Закрывай дверь. Быстрее, Стелла, в дыру. Пошел. Отлично. Ну хоть ружье он быстро перезаряжает. Это радует. Так, один незнакомца, Роберт Пиктон. Блин! Блинский! Это ж пипец какой-то. О-хо-хо-хо, смотри их там. Тварь. Это ж пипец. Отвалили, отвалили. Быстро, быстро. Да отвалили, нахер. Да отвалили от меня, нахер, ну. Да твою мать, хера их там просто пипец какой-то, ну. Бррр. Скажи еще с самого начала. Пошел в жопу. Так. Блин, мне надо поднять эту фишку. Пошел. Нажимай. Быстрей. Наверх. Отлично. Все четко. Ах ты, это еще штука на время там была. С собой подарочек схватил в виде тени. Так, это опять там сидит. Ружье, отлично. Все, больше ничего не берет, что ли? Ну ладно. Враг обнаружен. Оу! Отвалил. Враг обнаружен. Слишком много теней, Рэндалл, слишком много теней. Мы не сможем. Не ссы, дура. Все сможем. Все будет. Да не ори ты там, истеричка сраная.
Отлично, отлично. Беги, беги. Нет, заперто. Мы умрем, Рэндалл. Моя семья все еще здесь, где-то там. Я знаю. Я не хочу быть монстром. Не дай мне стать монстром, Рэндалл, не дай. Стелла, нет. Я не могу. Что ты делаешь? Убей меня. Убей меня. Я не могу. Ты должен, ты должен. Нет, никогда. Убей меня. Убей меня. Убей нас, убей. В смысле? Не понял. Смотри, видал в костюме у этого чувака. Утерянная страница моего дневника. Да пошел ты! Так. Давай-ка почитаем, что там дневник нам скажет. Где мы там? А, я только прочитал, что написал раньше. Так, нет. Мы уже читали. А то, что мы сейчас взяли. Где? Отдых после работы, дождь после пожара. Это мы читали. У меня был посетитель на горе Бен Паркер. Читали. Это что? Это мы читали про кошек в мешке. Читали. Я отправился в город, чтобы попытаться поговорить с людьми. Люди бежали, толпились. Да, вот это. Я отправился в город, чтобы попытаться поговорить с людьми. Люди бежали, толпились вокруг и давили друг друга. На обочинах были сотни чемоданов и вещей. Люди набивали свои машины на дороге, которая вела к аэродрому Надежды. Повсюду были военные, они пытались организованно пропустить семьи через КПП. Это ужасно. Я видел, как они убили старика из города. Прямо на моих глазах я слышал отчаянный крик его жены и его двух сыновей. Собака стала лаять, когда он проходил мимо. Было что-то в его глазах, в глазах животного. Словно она заметила или учуяла что-то, что только собака может почувствовать в человеке. Они его раздели. У него была рана на груди, которую он всеми силами пытался скрыть. Выстрел в голову, и его жизнь закончилась. Что мне делать? Последовать за властями, поверить словам этих лжецов, или мне нужно сбежать в леса вместе с женой и дочкой? Я не знаю, что делать. Я не знаю, что для нас лучше. Мне нужно вернуться, я должен разобраться с проблемой. Своим способом. Я должен найти решение. Я в отчаянии. Мне нужно дышать, мне нужен воздух. Моя голова сейчас, она... Или это мы читали? Вроде нет. Мы укрылись в подвале клиники. Так, это мы читали. Так, вырезки из газет «Старые женщины». Читал. А, ну да, вот она, которую только что сейчас прочитал. То и было. По ходу дела. Окей. Еще идет. Давай, давай, открывай. Что произошло, дорогой? Что происходит, папа? Я не хочу быть монстром. Я не хочу, чтобы мы стали этим. Плачь. Только два патрона. Убей меня. Да ладно, да ладно. Я уже понимаю, что он сейчас будет делать. Мы любим тебя. Бах. Бах. Нет, ты не понимаешь. У тебя есть выбор. У всех нас. Выбор, что характеризует нас. Выбор, что говорит нам, кто мы. Ты не можешь сдаться. Нет. Ты не можешь сделать этот выбор. Он ведет никуда. Выбери быть сильной ради Карла. Выбери быть сильной ради Сэма. Ради Бена. Выбери сражаться с Стелла. Несмотря ни на что. Выбери жить. О,
короче, я должен был умереть с тобой в тот день, дочь моя. Но не умер. Я не справился с этим. Я выбросил это из своего разума, словно этого никогда не было. Зарыл воспоминания так глубоко, что сам не смог найти. Я сделаю другой выбор на этот раз, Шеннон. Выбор, с которым смогу жить. Я готов. Где выстрел? Бах! В открыли режим кошмар. Вот и все. Вот и все. Вот и игра пройдена. Такая вот коротенькая у нас серия получилась, финальная. Ну вот. В принципе, можно было в прошлый раз ее и добить до конца. Но кто же знал, я не знал, что сейчас прям конец будет. Вот. Короче, итог такой. Итог такой. Мы спасли Стеллу. Да, отправили ее в путь в плавание. Сами, я так не понял, либо застрелились, либо нас сожрали, короче. Вот. Ну и фишка в том, что он убил свою жену и дочь во время нашествия теней. Вот. Как бы... Типа он не знал, думал, что нету другого выхода, нету другого, короче, пути. У него всего два патрона было. И, короче, он как стер с памяти своей, забыл это. Знаете, чем-то, вот, блин, вот этот замут, он напоминает что-то, вот какой-то, либо фильм какой-то был, что ли, или что-то такое, короче. Вот. Было где-то уже такое. Но, в общем, короче, игра реально атмосферная, реально, ну, крутая, да, платформер крутой, мне понравился. Вот, единственное, что это управление. Управление полное Г. Вот, как бы... Да, как вы писали там в комментах, короче, поначалу все хорошо, но когда вот начинаются вот эти вот беготня, там, быстро прыгать, бегать, короче, кувыркаться... В кнопках путаешься, надо пальцы вот так вот узлом завязать. Это вообще какой-то трэш, короче. Ну, неудобно. Не то, чтобы сказать то, что управление говно, просто неудобно сделано. Может быть, если под себя поднастроить, в принципе, и нормально. Вот. Либо если на джойстике играть тоже, я думаю, все отлично будет. Вот. Ну что, следующие видосы по Dead Light, короче, будет... как типа бонусные, посмотрим режим выживания и игры, которые мы там взяли. Вот. На кошмаре проходить не будем, в принципе. Может потом как-нибудь в дальнейшем, игра куплена, в любой момент можем ее установить и поиграть. Может потом как-нибудь на стримах мы на кошмаре похерачимся в нее так, ради интереса. Ну вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, обязательно комментируем. С вами был Валерий, всем пока.